Новость, которая порадует всех болельщиков. Российская сборная по волейболу выиграла золото чемпионата Европы. Это произошло всего второй раз в новейшей истории. В польском Кракове в финале, который уже назвали «волейдольным», была повержена команда Германии. Борьба складывалась непросто. Наши волейболисты, не потерпевшие по ходу турнира ни одного поражения, не уступившие соперникам ни одного сета, встретили серьезное сопротивление. Дошло до тайбрейка. В какой-то момент немцы повели в счете, но россияне не сдались. Сократили отрыв и вырвали победу. Стоит отметить, что состав нашей сборной к чемпионату Европы был значительно обновлен, и играла она под руководством нового главного тренера Сергея Шляпникова.